Построить свой собственный катер на солнечных батарейках. От такого предложения не отказываются. Комплект деталей для сборки судна получили активисты клуба «Армир». Вместе со станцией юных техников и 13-й школой ЦВР принимал участие в проекте «Волжская солнечная флотилия». Его реализуют в Нижегородской области с участием средств президентского гранта. В большинстве центров областных, не областных районах Нижегородской области строятся точно такие же корабли. То есть было, видимо, было произведено какое-то количество комплектов таких вот, из которых собираются лодки. Ну и каждый во что раз сейчас будет участвовать в строительстве, чтобы подать заявку на конкурс и принять участие в соревнованиях, которые пройдут в июне месяце у нас здесь, в Нижнем Новгороде. По условиям проекта собирать ее будут ученики 13-й школы под руководством Василия Киселева. Ребята должны уложиться до конца апреля. По задумке конструкторов, судно будет представлять из себя одноместный катер, сделанный из фанеры, эпоксидного клея и пластика, с электрическим двигателем на солнечных батареях. После постройки лодку испытают, затем ребят будут учить ее управлять. Этот корабль у нас будет уже четвертым по счету в нашей флотилии. У нас есть наш Святой Павел большой парусник. Сейчас строится еще один корабль для водных рулевых игр поменьше размером. Ну, еще одна лодка есть в владении у нашего одноклубника. Говорят, как лодку назовешь, так она и поплывет. Предложение относительно названия будущего катера его создатели принимают в сообщениях сообщества «Потешный флот» в социальной сети ВКонтакте. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.